Их называют креативными тренерами, следят за обновлениями в сети, а также новыми фишками в работе. Игорь Забелин и Виктор Кириллов – представители Ассоциации студенческого баскетбола. Сегодня в гостях у воспитанников спортшколы «Горки-10». В зале ребята, которые делают первые шаги в этом виде спорта. Новички и те, кто играет за школьную команду. Баскетбол в поселке – спорт уважаемый. За местной командой отвечают тренеры Виктор Ястребов и Ольга Петриенко. Существует такая проблема, что поселок маленький, и заинтересовать детей как-то нужно. Я, в принципе, за то, чтобы дети занимались любым видом спорта, но в частности баскетболом. Соответственно, приходится проводить такие мастер-классы, чтобы дети были заинтересованы. Время исключительно рослых баскетболистов в прошлом, уверяют тренеры. Они готовы работать с каждым, кто хочет добиваться успеха и совершенствоваться в спорте. Виктор Кириллов пришел в баскетбол достаточно поздно, учась в институте. Однако игра настолько поглотила спортсмена, что сейчас его можно смело назвать одним из самых техничных баскетболистов в России. Сложившийся стереотип, что игроки-баскетболисты, они очень габаритные, очень высокие, с длинными руками. Но нет, в баскетбол могут играть люди с различной антропометрией, они могут быть маленькие, они могут быть большие, неважно. Главное, как они работают и как они будут достигать своего успеха. Большое начинается с малого, поэтому первым делом элементарные упражнения по владению мячом. Тренеры работают в паре, так проще держать аудиторию и показывать различные элементы, а их у баскетбольных мотиваторов не счесть. В программе мастер-класса. Совершенствование техники приема и передачи, уход от противника без потери мяча, четкая координация и работа с противником. Новые знания юные баскетболисты смогут применить на ближайшем соревновании. Совсем скоро в успенском поселении стартует Кубок главы по баскетболу. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».